чемпион ДБУ. И точно. Последняя дистанция точно. Эдуард. Дмитриенко находит вход его под кольцо. Мончик. Вот. Здорово, здорово, такой четвертый номер штука. Эдуард. Находит большого в краску, с разворота, атака, точно. Герасимович отличается. Классная передача, классная атака. Здорово. И какой блок выписывает сейчас Котову? Посмотрим, как же решится сегодняшнее противостояние. Из-за дуги точи. Отличная трёха для Александра Цикового. Борзая ЛФК. Будет попытка номер два. Отлично сейчас находит партнера. И после отличного фейка забивает еще и Кононченко Алексей. И мажет из-за дуги 302 номер в черной форме. А вот его партнер по команде отличился замечательным трехочковым броском. Первая треха на сегодня для Сличу. Будем посмотреть. Да, забивает на последней секунде. Стаценко сам. Сложнейший бросок. И попадает в конечном итоге 13 номер ва-банка. Кович с мячом. Пас на Белосова. Отлично находит сейчас они своего партнера в краске. Пашкович из дуги. Точен! Не зря он выпил сока. Отвечает чуть более сложным средним броском сейчас Колесник Виталий. Взялся на колено, но вот он уже появляется в защите. Проспали сейчас баскетболисты в черной майке Кононченко. Не удалось результативно завершить данную атаку. And one! Втроем пытались предотвратить попадание Колесника сейчас на баскетболисты в черной форме. Но все же страсту, но мяч идет дальше по дуге. Хорошая попытка Евростепа с фейком, но получает сейчас блокшот от Горбачева. Точен оказался сейчас со средней Кононченко Алексей. Два очка на его. Мартинкевич находит партнера
под 45 краски. И абсолютно свободно сейчас оказался Слипченко. Вновь ДЛФК. И еще раз предотвратил попадание мяча в свое кольцо Рид Даниил. Защитник последних трех атак. Четвертый раз! Что же делает сейчас Даниил? Здорово нахватал Алымова, но Галака блокирует этот бросок. Алымов скидка на дугу, Диев из дуги, точно, первые очки для Максима в этой четверти. Ну, вот это с Бондарем играет, широко красного поздравляет, это Эндуан. Долго возмущается Сус. Букат видит кадр Левенкова и очень быстро и здорово. Березкин против Бондаря, здорово врывается в краску Березкин, и это Эндуан. Ну, очень плотная защита от Стину, где пускают передачу в краску. И Селиван включается из-под кольца. Кирлюгу, Левенков из-за дуги, точно! Забивает Сусов. Сусов из Карина. Карина точно. Абаки забивает. Ливанов последний, точно. Супер команды. Букат через всю площадку на Бельского. Блокирует бросок. Номер и залетает идет мяч по стуле. Едиев здорово забрался сам. Игрок атаковал и забивает. Сам до конца Дима лезет и забивает.